Всем еще раз добрый вечер, дамы и господа. С вами студия Рука, по-прежнему Олег Мингот и Андрей Анишарет в рамках квалификации на ESL One Köln. И команды Space Soldiers вместе с Gambit будут решать на третьей решающей карте, кто же из них пойдет дальше сражаться вместе с командой, точнее против команды Hellraisers, потому что Хайры слили свой пик и вражеский пик тоже не смогли побороться. А вот Норсы выбрались дальше, соответственно, мы посмотрим в... Норс уже заработали там... слот. Да. А вот Hellraisers будут бороться как раз-таки за еще один. Победителем этой пары. Именно. Так что вот после очень интересных противостояний на двух картах Dust2, я опять же таки напоминаю, взяли просто как будто бы на то, чтобы удивить, сыграть на фан, как-то попытаться просто действительно показать, что Dust2 карта очень рандомная. Но я не согласен с решением Gambit. Безусловно, это лично мое мнение. Думаю, что, Олег, у тебя тоже свое мнение на этот счет есть. Но вы поймите, нам со стороны видно лишь то, что только видно. И видно статистику. И сейчас, начиная с Inferno, Атрон делает минус на пистолетке по Xentarus. Ну и Хоббит ждет возможность убить Мейджора. Получается дождаться оппонента. Ну и в Плентиана ходит только один Келикс. Правда, перетяжечка от Паза 2. Игрока команды Space Soldiers погибла, ну и вроде как Алекс Плента готов принимать выход атаки, находит фраг по Хоббиту, дальше можно и с миром побороться, но нет, отпускает возможность, Дося уже практически в Пленте, видит одного из оппонентов, прилетает по голове Келикса, пас находит Адрена, ну и Плент можно ставить в глубине, не подставляясь под вражеский выстрел, там Моу здесь хиповый, но в принципе еще может побороться, Моу в сражении против Инжина побеждает, и пас последняя надежда команды Space Soldiers. Да, и вот он, Аплент, такой вот, казалось бы, незамысловатый гамбит, и уже остаются 1-2, пас подбирает киты, остается против Моу и Мира, Мир начинает агрессировать, и Моу все-таки заканчивает эту пистолетку, 1-0, гамбиты забирают первый раунд, окей. Ну вот, The Inferno, который сейчас мы с вами смотрим, очень неоднозначная карта для обеих команд, играли Space Soldiers ее довольно часто, но процент выигрыша ровно 50, по-моему, сейчас даже открытая статистика по этому делу. Inferno играли 18 раз, ровно полтинник процент выигрышей, у команды Gambit все еще хуже, Inferno играли 8 раз и выиграли из этих 8 Inferno только 3. К сожалению. Но, может быть, изменится все в этот раз. Опять же, мы помним отвратительную атаку команды Space Soldiers на The Inferno, но весьма неплохую защиту. Соответственно, может быть, возьмут максимум для себя, а вот потом на атаке попробуют дожать. А может быть, гамбиты, как на Мираже, пройдутся по головам оппонентов, да, просто каточищем, я бы даже сказал, что-то у Xentarus'а не залетает пули. Куда бы то ни было, только не по оппонентам, ну и прилетает хаешка, 8 хп мейджор, 1 у Xentarus'а. Да, и Моу продолжает агрессировать в сторону базы Б, смог прилетает на просвет, Энджин за единицы, Xentarus менеджер отправляется на КТ, и вот на Апленте есть такой вот товарищ Келикс, который имеет позицию под козырьком, откидывает смог на проход, и за счет чего гамбиты все еще будут стоять, Хоббит на апартах, ему нужно открывать эту точку, он знает, что здесь кто-то перетянулся к нему вниз, и выход будет в ближайшие секунды. Адрен пошел через смоки, находит паза, слишком легкий фраг, остаются у нас 4 игрока защиты, но двое из них, как я уже говорил, краснючие в салат. Им хватит буквально одного патрона с любого девайса из глока. Келикс просто в воздухе оформляет голову Хоббита, который приобулся в том самом воздухе. Ну и 4 в 4, нужно ставить плен, пора заходить. Xentarus побежал в смоки, Xentarus убивает Моу, тут же Дось ответочка, но Келикс чешки отвечает еще одним фрагом, это 2 в 3. Мир пошел давить, Мир просто убивает в смоках Келикса, и надо в пленте найти лишь одного выжившего мейджора, которого сейчас можно не отпустить. Мир как же ловит, Инжин последняя надежда. Я думал, это вообще Дось сделал. Ты представь, если бы Дось его так смог поймал. Ладно, этот мир, который сидит в яме, он смотрит многие направления, но Доси с Плента смотрел тоже в ту же сторону. И они знали о том, что выходил смог человек, и минус от Энджина, размен от мира, очень опасный форсбай, и команда Гамбит теряет практически все девайсы. Ой, как тяжело-то тут будет наблюдать вообще за этой картой. Хотя, опять же, есть вот небольшой плюс, то, что сегодня пришел мир, то, что команда Vega Squadron очень часто играла The Inferno, притом играла очень неплохо и на квалификациях к мейджору, и на других турнирах. У них есть вот тот самый раунд Vega Squadron, когда с Мактенами врываешься на банан, на точку Б, аннигилируешь абсолютно, даже если тебе хватает на девайс, ты все равно берешь эти самые Мактены и просто выбиваешь экономику, оформив себе, во-первых, деньги, во-вторых, ты забираешь девайсы оппонентов, и ты работаешь на неожиданности. Вот, возможно, мы сегодня тут увидим Vega Squadron Style, который применяется другими командами, при этом весьма часто, и мы видим это довольно, ну, прям... Очень много часто, времени, да. Очень часто.
Так, и теперь минута 20 на Б-базе снова агрессия. Экзентарос начинает с гробов накидывать по Адра, но минус от Мейджера по Моу, а вот это уже загон. Минус один фармган, и на Б-базе трое игроков защиты начинают оттяжку на КТ. А с чем это связано, непонятно. Бомба палится, Доси забирает Мейджера, Экзентарос на просвете. Энджин снова возвращается на грабы. Доси погибает, тут же Адрен может выйти в обратную агрессию. 3 в 4, очень больно команде на Гамбит, но оформляют Энджина, ну и теперь два фармгада. А подожди, что, нужно пофармить, надо пофармить чуть-чуть. Ну, не знаю. А вдруг он промахнется с этого 10-го Мактена? Ну, может и так быть. Но вот Юспы тоже не самая легкая задача для команды. А Гамбит, собственно, двоих потеряли. И есть шанс на то, что можно и не вернуться. А правда, бомба через мидл притягивается. Есть на секонд миде уже. Да, запалили, все слышат. Перемещение с апартамента. Входит пас, как не вовремя. И Келликса подставляется. Инфа есть по игроку защиты. Погибает пас. И Ксантарес последний. Но Суиспом, может быть, какой-то опять же Мактен оформит. Типа битый Адрен. Хедшот, хедшот. И до свидания. Ну, вряд ли. Да, самому не поставится. Посмотри, как агрессивно на Хоббита. 3-0. Гамбиты сделали неплохое начало, но первый байт для Space Soldiers, и сейчас этим ребятам придется отвечать. Два авика. Вот какой ответ поступает от турков моментально, чтобы не отдавать, ну или хотя бы там, не знаю, как-то привести эти авики в действие, выбить максимум, возможно, оформить за собой начало раунда. Но будет тяжеловато, потому что авики очень иммобильны, там можно получить флешку и не уйти от игроков вражеской команды. Прилетает неплохой молотов, кстати говоря, Мейджор там никуда не проходит, хотя если Адрен пойдет, будет очень неприятно. Хаешка прилетает, Мейджор ловит одного, второго, это шашлык от Мейджора, как же выстрелить с ряд Гамбиты. Дабл килл, неплохо. Да. Теперь 3 в 5, снова Гамбиты будут в меньшинстве, выкарабкиваться из этого положения. Но вот проход от мира... Неожиданно или ожиданно, все-таки паз здесь сидит и ждет, и есть минус от паза еще и на пленте. Да и снайперские винтовочки. Мне приятно. Ну, вообще, да, и остается авик у нас на пленте Б. Это мейджор, который может через маки никого не пропустить. Из раскидки две флешки и смог. Еще один смог, прошу прощения, еще одна флешечка. Энджин вместе со своим тиммейтом должны выживать как минимум. Ну и, в принципе, уже притяжка пошла от Space Soldiers. И в спине есть Ксантарос, который с банана пойдет. Ну и, в общем-то, у Гамбит дела не самым лучшим образом могут сейчас выстроиться. Пас видит тиммейта. Нормально. Но просвет. Просвет — это большая-большая боль-печаль, потому что пас обычно в таких моментах не промахивается. Убивает одного, но Энджин сзади добивает и второго. 1-3 для Гамбит будут некоторые девайсы. Может быть, даже 3 девайса, потому что 6200 у Адрена, там 3700... Математика. 3700, ну так вот, да? Да. Не палимся. Ну, в любом случае, как бы, бай от команды Гамбит сейчас ожидать не стоит. Они покупают на экономику, чтобы в будущем закупиться еще разок. Но вот все ли закупятся хорошо? Нет, там будет плюс 1900, если сыграют на бомбу и получится. Тогда да, будет хорошо. Может быть, кто-то с чешки убьет, хватит на второй армор и... А, подожди. А, ну да, два раунда. А может быть, сыграть какой-то экономический и потом с супер хорошим баем отправиться дальше. Они могут взять опять маг 10 искать, пацаны, мы да, ставим. Вполне могут. Вот это все хороший вариант для такого бая. Адрен на мидле вместе с ребятами. 4 игрока в этом направлении. Минус от Келликса по миру и далее проход по мидлу. Минус по Келликсу от Адрена и можно сжимать аплен. Давайте, давите. Минус по Энджину от Адрена. Как же Даур сейчас проходит по головам, но это 3 в 4 или даже 3 в 3. Это 3 в 3. Пас отстреливает Досю, погибает также Моу, ну и пас не пропускает Хоббита. Второй раунд для команды Space Soldiers. Выжили трое. Как начинали. Без снайперских. Ой, как начинали хорошо, да. Действительно, Адрен прополз, но мне ждало, что будет третий игрок находиться на лонге. Ну и вот он экономически. Первый армор и чешки. Ну, такой полуфорс, полуэко организует Гамбит. Примерно выход на третий от Space Soldiers, если, конечно, не удивят Гамбиты своих оппонентов и не возьмут вот такой бай, тем более, что чешки очень опасное оружие, хотя молотов может остановить всю атаку. Полетели одни, вторые, третьи гранаты под хаешки. Команда Гамбит не подставляется, вышли на мидл, ну и там тоже для них особой опасности в виде гранат не присутствует. Ну и снайперские винтовки очень опасно смотрятся на всем этом вопросе. На этом фронте выход через мид. Снова Экзентарос принимает двоих и мир разменивает. Но как же много дэмэджа вносит Экзентарос из раунда в раунд. Как же жестко им удается проходить эти вопросы. И пас отходит назад своевременно. Тут еще и тиммейт за спиной. И можно работать дальше.
Энжин, не пропускай. А тищи бомба, которая пошла в арку. Зачем? Вопрос. У меня зачем вопрос? Дрену очень больно. Он за диглом. Погибает от Келикса. Там хэдшот влетает. Дося последний, но и под флешку врыв. И это просто хэдшот на без касочного Дося. Ну 3-3. И Space Soldiers начинают тоже набирать обороты. Это радует. Надо за них. Как бы тоже поставить что-нибудь так, что роботяги, а ну, подняли щиты за Гамбит и какие-нибудь така за Space Soldiers, потому что нету, к сожалению, фирменного блюда Space Soldiers, но мы подумаем над этим. Нет, вообще у Гамбитов как бы плохо не шел до Инферно, у них всегда есть, опять же, наработки команды Vega Squadron, есть старые чертежи Дани Зевса. Ну и плюс какие-то еще там, да, свои плюсики, то есть могут прибегать к любым тактикам, которые только им потребуются. Молотов, смок, три игрока было на банане, отпускают спейсы Энджина куда-нибудь под апленд примерно, сейчас, возможно, будет стычечка, хотя нет, тут стычки не будет, стоит Келикс и слышит передвижение по апартаментам, прошу прощения, и... Но гамбиты пока еще не решаются никуда выйти. Спейсы опять же встали довольно дефолтно, закрытое, что может помочь им взять, да и затопить в этом раунде, также по команде гамбит, не потеряв, точнее, потеряв минимум своих девайсов. А это плюс к экономике, и это опять же минус гамбит. К тому же бомбу они не ставили ни разу. Может быть и ставили, но выигрывали раунд до этого. То есть бомба не взрывалась и не была раздефьюжена еще ни разу. Играют-то они за атаку, и вот в чем вся фишка. Если в защите будет такая же вот слабенькая игра, то возможно... Ну, как сказать, слабенькая. Пока назвать ее слабой не поворачивается язык, на самом-то деле. Но Space Soldiers смогут продолжить набирать именно раунды за защиту. И там, чем черт не шутит, действительно первая половина может пролететь мимо кассы. Промах от мейджера. Вот здесь Адрен молодец. Подловил снайпера соперников. ИБ база открыта в буквальном смысле. Там всего лишь один Зентарос. Минус от Келикса из-под козырька. И Адрен в очередной раз остается только похлопать. Парень открывает соло. Ну и что, будет ли сейф от Space Soldiers, либо все-таки пойдут на ретейк? Вроде есть чем ретейк, эти дефьюз-киты имеются, три флешки, правда, нет смока какого-то и нечем выгонять игрока из-за троечки. Но вот под флеш врыв для Энджина вполне реален. На самом-то деле, правда, пока никого не видит, но там есть игрок Адрен, трипл для себя в этом раунде. Хоббит пошел на контакт, сейчас, возможно, убьет паза, нет, паз решается просто уйти. А Доська подставляет свой чепчик для того, чтобы Келикс туда напихал патрон. Напихал патрон. Интересно. Интересное заявление. Но 4-3, да, действительно. Деньги, кстати говоря, в защите все еще будут на закупку в следующем. И довольно-таки неплохие. И даже если они в следующем засейвят еще, они могут, в принципе, еще раз закупиться. Но об этом чуть позже. Ну, действительно, хотя бы один девайс мне пока что гамбиты потащили, это уже неплохо. 4 в атаке имеется, но как бы то ни было, тут еще и первая половина в самом разгаре, еще даже половины не сыграно этой половины. Ну и, конечно, возможно, из-за дефенса, возможно, спейсы в атаке проснутся, как это вчера тоже было. Вот я сейчас скажу, против кого не играли, против Valiant. На The Inferno, хотя Valiant там, знаете, ребята боевые, но там какой был камбэк хороший от Space Soldiers. Что одни в атаке набрали много, что вторые в атаке набрали, но в какой-то момент забыли бомбу на базе, и времени просто не хватило. Это был финальный раунд, после которого спейсы проиграли до Инферно, но потом смогли забрать две карты последующие и выжать из этого Best of 3 максимум, соответственно, победу. Ох, победа — это круто, потому что такое противостояние мы с тобой получили очень неоднозначное. После такого разгромного миража получается очень досадный даст второй. И на Инферно борьба идет не на шутку, а насмерть. Ядрон снова делает два минуса на банане. И как бы агрессия в направлении базы Б очень часто неоправдана. И вот команда Space Soldiers наступает на те же самые грабли. Да, по всей видимости, так и есть. Адрен прошивает еще одного оппонента. Энджин теряет половину хп, но, правда, и Адрен очень покусанный. Теперь двое игроков защиты будут принимать базу Б, если, конечно, не пройдет сейчас Дося на плент А и не сможет забрать. А сможет ведь забрать паза, который вроде как и ожидал игрока с партов, но что-то пошло не по его сценарию. Соответственно, 2 в 5, команда Гамбит берет для себя пятый раунд, других вариантов здесь просто-напросто нет, спейсы не пойдут на ретейк, это раз, ну и во-вторых, их слишком мало на данном раунде. Пятый, как я уже говорил, для Гамбит, и что по экономике у турков, бай один еще будет 100%. Сейв, да, потому что есть, и это хорошо. С одной стороны, с другой стороны счет, то есть 5 раундов, Гамбит за атаку, ну, так сказать, лузовые барьеры они пройдут. 5-6 раундов, это хорошо, у тебя 5 хрей вырубим. Не, я уже все сделал, да. Я просто хотел убрать автодиректора, потом на него поставил и промахнулся пальцем. Просто пальцы очень большие. На 3 кнопки сразу нажимаю. Нажал бы тогда еще, знаешь, на какую кнопку?
На какую? Победа Гамбит. А у меня есть такая рядышком. Если что-то пойдет не так, я просто нажму, и спейсы, и у них интернет вылетит. Я понял. Я понял. Вот он, дедосер 2018 года. Досер, дедосер. Да, и минус от Энджина по Адрону в конце потеряли один девайс. А вот теперь вопрос. Два парня без денег. Келикс даст дроп. А что делать с еще одним? Ну, какой-то юмп, возможно, залетит. А может быть, чешка, а может быть, дигл. То есть, бай должен быть. Так как деньги есть у пазы, у мейджора, может быть, даже снайперскую винтовку позволит себе Space Soldiers, так как Келикс ее может приобрести. Еще и денег останется на раскидку. Но прилетает М-ка, прилетает еще одна М-ка. Ну и вот он вопрос, точнее, ответ на твой вопрос. Что делать-то? Что делать? Олеж, что делать? А что делать? Я буду комментировать, смотреть матч. А ребята из Space Soldiers закупаться юмпами, М-ками. Еще одна эмочка. Ладно. Проверим, проверим. Тут есть кольты, да, действительно есть фармган. Гранат много, вот что самое главное. Гранаты это хорошо. А в атаке авик от Моу, 4 калаша и все вроде как на своих местах. За исключением экономики, которую бы хотелось уже бы заиметь. Да, как-то рассказывал я в эфире про команду Гамбит. Они выпустили небольшой видос, где рассказывали о том, откуда появились их никнеймы. Но Сизда уже нет, он... Ну, в смысле, он как бы есть, но не здесь. Слава богу, ты поправился, а то сейчас люди похоронят его там морально. Не надо, ребят. Не-не-не, не в этом смысле. Да, Сиз просто говорит, что ткнул на какое-то красивое слово в словаре, понравился перевод, поэтому он себе так и оставил. Моу — это сокращение от Маус, потому что его команда решила сделать себе никнеймы в три буквы, и вот поэтому вот так. Отличный смог от защиты, кстати говоря. Хоббит просто... Ему дядя придумал никнейм, потому что он был маленький, играл в Counter-Strike вместе с дядей, поэтому Хоббит. Ну, а Дрент-то все проще, он услышал песню «Адреналин», бьет что-то там по глазам или по ушам, я не помню, как это все это, и он просто решил, что «Адреналин» довольно длинный никнейм, а вот «Адрен» — самое оно. Ну, а Дося просто видел рекламу порошка. Как бы, у него все просто. Я, говорит, увидел рекламу, мне понравилось. А чего бы и нет, действительно. Ну. Вот, хороший был Дося. Во всех смыслах этого слова. Ну вот, и Engine Mystic Zantaras вдвоем на Б-базе. Тут подсадочка, видимо, на двойке, да? Есть подсадка. Есть выход от команды Гамбит, минус от Адрона, еще и запалили второго на бусте, в итоге Б-плант открыт. И команда защиты в мейджора запустила на точку, но не более того. Жесть какая-то. Чё-то Гамбиты, взяв в руки девайсы, вновь показывают суперсилу. Суперпауэр от Гамбилити, которые действительно уже тащат третий раунд подряд для себя. Притом три девайсных из трех они провели в плюс. Выживают в максималочке. Ну и вроде как на поиски пошел только один хоббит с калашом. Главное этот калаш не подарить пазу, иначе могут быть проблемы. Посмотри, как народ реагирует теперь. Понял, да? Как слухи плохие распускать. Все, уволен. Да ничего, я не уволен. Они плачут все. А ну извинись. Я поправился. Все, что я имел в виду, я имел в виду. Слово не воробей, вылетит не поймаешь, как бы, да? Ну да? Почему? Я его поменял на голубя. Забрал, ну ладно. Так тоже можно. Нет. Ну и 6-3. Таким образом, экономика команды Space Soldiers просела, но они делают бай до последнего. То бишь... Пытаются зацепиться за любой раунд, но Гамбит бай в следующем будет в случае проигрыша. Но смотри-ка, спейсы решили брать форс, и вряд ли бай будет в случае проигрыша, если опять же не будут сейвить, может быть, даже три девайса. Фамасы, калашников, эмочка. Нет авика по-прежнему, но есть снайперская винтовка, например, у Моу. Она может помочь Гамбитам в этом раунде. Что-то Инжин вместе с Ксантаросом подсадились, потом такие, не то. Высоковато я спущусь. Угу. Боится высоты, может быть, действительно. Бывают разные страхи у людей. Но, тем не менее, смотри, как играет команда Гамбит. Они концентрируют внимание под мидлом, так же, как и, в принципе, Space Soldiers, да? 3 плюс 2 играет, в принципе, дефолтную расстановку на Апленте. Пас под козырьком, трехочковая хаешка минус 47 всего лишь, и по голове получает в ответ Хоббит. А вот это уже неприятно. Моу также решил пикнуть, находясь под действием флешки, но не попал. Точнее, там не было игрока защиты, так, возможно, бы и попал, но это по-прежнему 5-5. Дося контролит по-прежнему из апартов плента, к нему никто не выходит, но, возможно, Келикс подставится. А Дрен снова хочет в одного разобрать весь плент Б, открыть точку для своей команды, отправить Гамбит на 7-й раунд. Получится ли? Тут уже совершенно другой вопрос.
Вот это уж точно, и мейджор под флешку открывается на Хоббита. Хоббита изначально накалили под медлом, и он смог все-таки задолжить первый файт, но вот на второй уже выйти благоприятно не удалось. Керекс падает прифайром от мира, мир открывается уже на X-файр от паза, и мейджора падает от Му. Мейджор также падает еще и пас от Доси, а вот это уже сильный залет, а плент открыт. Ну и седьмой похоже на это для Гамбит, который сейчас сражается 2 в 3, точнее 3 в 2, для них преимуществом, там Юмпик, Фамас и, по-моему, Space Soldiers пошли на поиски девайсов посерьезнее, типа хотя бы калаши найти для себя, это уже будет неплохим подарком, но спейсам нужно остановиться и выйти, чтобы подумать о том, как действовать, ведь форс в каждом раунде не поможет твоей беде, к сожалению. У них там сколько уже получается, они там... Вот четвертый раунд могут сейчас забрать. Четвертый, да. Но спейсам не хватит на хороший бай. Может быть, хватит мейджору, может быть, закупится. Энджин, Дося. Слышали, Дося на развороте, что ставит. Эксантарес добивает его, но это минус девайс. И вот теперь точно нужно экономически. Да, теперь вот теперь точно. Хотя, может быть, Фамаса, 3950. Да, ну нет. Но если такое произойдет, я скажу, что Гамбит изи 2-1. Ну, конечно, вот не изи, вот. Но... Ну, ты и так можешь это сказать, Гамбит изи 2-1. Гамбит изи 2-1, комментатор ставил на Гамбит две булочки. Да, я поставлю арбузы на Space Soldiers. Да. И не спрашивай, почему арбузы? Я знаю, почему арбузы. Ладно, меня раскрыли. Раскрывали те. 10 раундов позади уже, и самое-то интересное, что команда Space Soldiers. Пистолеты без арморов и фулл. Раскид Гзантарас. То есть это очень серьезная заявочка ЦЗ. Именно ЦЗшки сейчас могут перевернуть игру. Надо бы, но снова у нас под ребра выход команды Гамбит. Флешечки полетели, прям лицом принимает это все дело Келикс. Моу вместе с Досией убивает двоих живых, уже мертвых оппонентов. Ну и восьмой раунд для Гамбит уже вот-вот состоится. Калашников выбили, а это большая потеря для Space Soldiers, потому что и Келикс, и в принципе... Хоббит просто ни за что Досю в смока нашивает, типа, а, я тоже вакейшн умею делать, но нет. Да. В итоге банан зажимает, Сатурн, по всей видимости, что-то здесь слышал, и сейчас наткнется на ЦЗшки, первый пошел, второй ему накидывает дэмэдж в том числе, а вот про Engine он не знает, скорее всего. Эх. Но там обходит уже Дося, но выбивать эти девайсы нет особого смысла. Энжин берет в руки, ничего не берет в руки, берет в руки калашников, можно там и отъехать. Это 2 в 4, но Дося уже в спиночке, тут сейчас будет минус мейджор. Дальше полетит голова Энжина, не хотят оставлять вообще в живых ни одного турка. Энжин живет, но Энжин получает от мира, при том, что вышедшего через смог, прям по голове, прям идеально все сделано. Один девайс потеряли Гамбит, но денег у них хватает для того, чтобы закупиться, закупаться потом в дальнейшем, потом еще закупаться, и, короче, все это может дойти до того, что все будет слишком хорошо для Гамбит. Вот пока что спейсы, я говорил про атаку, что слабоваты, но мы видим, в защите против Гамбит тоже особо что-то не прет. Эх, Хавик и там. Окей, вот знаешь, все-таки жду я возвращения второй снайперской винтовки в защиту. Кажется мне, что именно две снайперских винтовки нужно команде Space Soldier, чтобы сдержать Гамбитов. Но это не отменяет шансы промаха. То есть промах тоже имеет место быть. И даже одна снайперская винтовка может стать оружием, которое невозможно победить. Там у нас уже пошли ставить разнообразные вещи и разнообразные части тела на команду Space Soldiers, потому что кто-то явно затопил на эту команду. Ну, да, получает дэмэдж, а вот если бы сейчас, прикинь, летел Савика фраг ответный, что вполне могло Save. Случиться. Сейв, да ладно, 9-й для Гамбит, потеряв только одного, спейсы просто вот сейчас не чувствуют себя и свою игру. Абсолютно потеряли одного, дальше пошли вроде как на ретейк, но поняли, что смоки и как-то... Ну, это очень странный мув, типа 4 в 5 можно идти выбивать. Ну, вот тебе и ситуация, когда защита очень слабая на Инферно у команды Space Soldiers, и что будет дальше? Они ведь, да, безусловно, делают сейв, у них будет бай в следующем. Но стоп, счет 9-3. И куда катится мир? Что происходит? Мир катится пока что у нас в направлении... Ну я в смысле мир в смысле мир, а не мир, который игрок. Ну ладно, это тоже. Ну видишь, какая вот у нас получается игра слов? Да. Весело зато.
Да, тут вообще не заскучаешь. Друзья мои, это третья карта в противостоянии команд Space Soldiers и Gambit Esports. Проигравшая команда вылетает из квалификации, а победившая выходит на Hellraisers, и там будет борьба за второй слот, потому что первый отжали уже Норсы, проведя очень неплохой финал Венеров, обыграв команду Hellraisers, счетом 2-0, как это было, опять же, и на финале DreamHack Open Tours. Ничего не поменялось, примерно с таким же даже счетом, где-то плюс-минус, особых проблем Норсов не было. Но вот датчане себе обеспечили слот, но, может быть, и мы увидим вновь игру Gambit против Hellraisers. Такой матч у нас уже был. Моу запалили, Моу сейчас подъедет, как горяченький пирожок. Ну, на мидле открывается энтрифрагом команды Gambit. Я не знаю, почему они так неаккуратно высовываются в этом направлении. Но Хоббит вместе с ребятами выходит через апарты. Минус по яме. Падают большие пески. И далее минус по мейджору. В пленте делает доси. Еще и Адрен выходит в спину, но его слышали. Адрена слышали. Но почему-то не среагировал. А так, а почему пас смотрел в его сторону? Как-то нет. Ну, пас смотрел, а тиммейт не смотрел. Сильное заявление, опять сейф. Десятый для Гамбит, это уже седьмой раунд подряд для атаки. Это очень сильно. Седьмой подряд для атаки, хотя спейсы в защите показали, конечно, какую-то супер игру. Но, как я уже говорил, есть очень много вариантов для Гамбит. Это и старые чертежи, когда еще был в команде Зевс, еще вот та победная команда, которая выиграла мейджор краковский, и мир пришел с веговскими стратегиями. Я думаю, что они успели где-нибудь чуть-чуть сегодня там что-то разобрать и придумать, возможно. Тем более, что команды, я так думаю, встречаются довольно часто в праках и где-то вот тренировались вместе, соответственно, понимая, кто как где играл, и разнообразные раунды тоже готовили. 10-3 теперь даже, да? Нет, ну, понимаешь, я хочу болеть за Space Soldiers, но не получается. Я пытаюсь. Они не поднимаются выше, у них не хватает чего-то. Вот после того, как они поставили черные аватарки, возможно, это черный квадрат Малевича виновата. Слушай, пошел рофл, что это Save Soldiers, ведь действительно, я только что показывал табуляцию, в прошлом раунде сейв двух девайсов, позапрошлом 4 девайса было сейвлено, только один раунд, где не была взорвана бомба, погибли все, потом снова один выживший, два выживших, один выживший, два выживших из защиты. То есть почти все раунды, которые брались гамбитами, спейсы сейвили. Это прикольно, мне нравится, Save Soldiers. Именно что. Сейвящие солдаты. На самом деле, у всех солдатов изначально же своя жизнь. Прежде всего, нет? Или я неправильно понимаю? Типа, а потом уже... Ну, короче, ладно. Не совсем. Тут нужно спрашивать у вояк, как... Ну, тут, наверное, зависит от каждого человека, честно говоря. Ну, жизнь солдата превыше всего, нет? Самого солдата, типа, по факту. А тут я смотрю, просто все умирают, размениваются, но это игра. И хорошо, что это игра, и на этом история закончится. Смотрите-ка, 45 секунд времени, Хоббит и компания в большинстве. Ну, прошу прощения, я что-то вообще не понимаю, как спейсы отпускают кучу позиций. Сейчас снова, в очередной раз, то Доси выходит, то кто-либо еще, по-моему, мир выходил, просто забирают игроков, выходя из ковров. Там не будет сейва, по всей видимости, Каликс последний против Моу, Моу не отпускает. И есть же минус 5 турков, наконец-таки без сейва обошлось, хотя вроде как шли сейвить. На самом-то деле просто повстречали беду. Подскользнулись. Да. Ну и последний раунд первой половины, 2 века, вот этот раунд нужно. Нужно взять. Все, воле не служил. Я тоже, ну, не да, служил. Да, да, да. Сейчас вот. Не, я бы, кстати, был готов идти в армию, просто меня не взяли по состоянию здоровья. Типа, у меня были, да, и права, и дай лайфхак работягам, которым надо откосить. Давай. Ну, лично у меня получилось так, что у меня поджелудочная начала отказывать по чуть-чуть. И типа мне сказали, что если ты пойдешь в армию, ты там сдохнешь. Потому что армейская еда тебя просто-напросто убьет, и ты будешь служить вот в госпитале. Красота. Я такой, типа, ну давайте буду служить дома. Ну давай, я говорю, ну окей, и все. Ну ок, да, 11 пересчет. В итоге минус от паза по досе, и вот она неожиданная позиция снайперской винтовки. Ну и пас реализовал такие энтри для своей команды. Не так часто, кстати, турки делали первый фраг в раунде. Обычно отваливался кто-то из игроков команды Space Soldiers, особенности это делал Дрен неплохо.
приводя свою команду в большинство. Но были раунды, где, например, подставлялся Моу. Но все равно гамбиты, имея меньшинство, врывались на плент, навешивали лещей туркам. Но, может быть, четвертый сейчас. Еще один девайсный достанется команде Space Soldiers. Последний раунд третья половина. Энджин взрывает от Реда. Дальше флешка неплохая. Мир убивает. Так, Сантареса, но Энджин размене. Еще можно попробовать кого-то забить. Хоббит вырубает Энджина. 2 в 3. Бомба ставится. Ну и перетяжка от Space Soldiers довольно быстрая. Вот так вот, да. 2 в 3. Моу и Хоббит. Вдвоем на удержании Б плента, Моус ВП и готов принимать под флешку, разве что стреляет раньше времени, по-моему, чуть-чуть не додержал. Теперь открываться нельзя, Молик, ой, как Моу горит, Моу и умирает просто в адских мучениях. Хоббит один, Хоббит тоже умирает. Как же так? Да. Ну, это 1-4 для Гамбит, это очень неплохо, учитывая, что спейсы, забрав ножи, взяли себе сторону дифенса. То, знаете ли, тут, ну, опять же, два варианта. То, что мы видели, например, против команды Liquid, потом они также проиграли в атаке, не взяв ни раунда еще одной команде, сейчас не вспомню, честно говоря. Но против Valiant поборолись, хотя Valiant на The Inferno одна из лучших команд в своем дивизионе, там сумасшедший процент выигрыша на 25-8 картах. Но они играют просто периодически слабыми командами, в этом вся фишка. Ну, вообще, да. Диффуз от турков бесплатно без регистрации СМС. Это бывает, да. Это они умеют. Насчет мира, ребят, пока непонятно. То есть это все произошло настолько быстро, что даже сам Сист в шоке. Типа, вы понимаете, да? Вы видели его комментарии, он говорит, что он, в принципе, понимает, как это произошло, и все свои мысли потом расскажет. Так что найдите его в соцсетях, возможно, уже этот влог... В Твиттере, да. Возможно, он в Твиттере как раз-таки расскажет потом все свои мысли, как он там соберет все это в кучу, и будем ждать его, конечно же. В других командах, может быть, поддержат какой-то Тир-2 коллектив, типа Спиритов, там, может быть, в Просто, где-то еще. Я не уверен, Спириты что... Спириты Просто, это нет, сразу нет, почему-то мне Ну, а почему? Можно с ней пойти вперед и дальше? Я не уверен, что они... во флипсайд его могут взять. Уже все а куда еще? Друг друга знает, типа, ассист туда вольется не сразу. Ну, не скажи, только что просто отдали, считай, двоих игроков. Но у нас твой пистолетный раунд не отпускает Хоббита. Дальше попытка пройти дальше куда-нибудь. Пас находит один фраг. Дальше получается не особо уверенно. Находит Адрена в церкви. Хэдшот влетает. Дося на размене. А Моу со спины. А ты ну, маленький. Смотри, мышонок. Да, мейджор летит просто. Ты посмотри, как этот мужчина убегал-то и волосы назад. Но, к сожалению, 2 в 3. Киты далеко лежат от команды защиты. И хорошие хедшоты. Пистолетка за командой Space Soldiers. Вот вам и космические солдаты. 11-5. Быстрый пистолетный раунд. Опять же, в стиле самих гамбит на этой карте, которые просто врывались и без шансов брали раунды, заставляя команду Space Soldiers сбежать на сейв. Ну, может быть, получится форс взять у Гамбит, но это не точно. 4 чешки, Дося закупается диглом, правда, ага, вот он и арморчик. Не сейвит себе, Моу, денег на то, чтобы снайперскую винтовку взять в девайсном раунде. Но, как мы видим, расчет на то, что получится угадать, куда же выйдут Space Soldiers и вчетвером принять выход на Бэплэнд. Ну, в любом случае, смотри, что ЦЗшки наши любимые закуплены, арморчики есть. Даром эту игру прозвали Сизи Гоу, как бы все нормально, все под контролем. Ну и команда Space Soldiers должна об этом знать, понимать, что фармганы у них на руках тоже имеются, так что, возможно, какие-то средние дистанции придется использовать в любом случае. Ну а калаши так, чисто для поддержки огневой мощи. Фу-у-у. Тяжеловато. Спейсам они могут как раз таки нарваться на то самое укрепление, куда и идут чешки к бою. Готовь! И полетели. Отличная флешка для игроков защиты. Погибает Ксантарес. И они не разворачиваются, они просто идут дальше. А тут выходит Мир. Энджин дает фраг по миру. 3 в 3. Битая команда Space Soldiers убегает, поджав хвосты. 3 хп у Энджина, 62% у Мейджора. И бомбу надо взять-то. Без бомбы никуда вообще. Битый, битого везет. Бомба падает. Какой провал. Какие Дося! Хэшоты! Что ставит Досян? Раз... Нет. Фишка в том, что первый раз за бомбой заходил человек с калашом, но он ее не подобрал. Видимо, не дотянулся каким-то стрейфом, и из-за этого пошел лохитовый товарищ с МАК-10, и он умирает и падает бомба вперед, и, короче говоря, Мейджор Подожди. Пытается взять 1 в 3. А Дося, простит ли такого пассажира, а времени не... Должно, Подожди. Должно хватать, на плент хватит. Ну, в принципе, да, и Дося что-то очень долго перебегает, все, в принципе, бежит. Бежит. 6, 5, 4. Садится, ставит пачку.
56 хп против 62. Два калаша будут сейчас бороться в противостоянии. Дося прям на него выходит мейджор. И прям тени. Дося тащит раунд Дося для своего коллектива. Монстр. Дося, X-God, божья рука. Неспосланная богом, которая тащит X-God. Секс-символ молодежи по версии Cyber, Кибер, Супер.ру какого-нибудь. Но это невероятный парень. Парень, который делает такие вещи, которых может сделать немногие и немногие человек. Так, ладно, что получается? Space Soldiers. Ну, форс ответный. Что делать? Как быть? Ой. Ну вот неприятно. Как-то вот я ж переволновался что-то, хотя, возможно, это просто духота давит. Да, жарко, жарко. И в катке, и на улице. Да, тут везде жарко, мир. Хаешка на мид, тоже молотов. Команда Space War. А Дрен побежал куда-то прям очень настырно. Типа, я потеряю половину хп, но я проберусь в нужную позицию. Прилетает еще и хаешка на мейджора. Но даже без арморного мейджора пробивает только на 1 хп. И, соответственно, подход к апленту в этот раз. Space Soldiers, ну давайте, покажите нам раскидон на апленте. Возможно, действительно удастся как-то зайти. Почему бы и нет? Но у спецов вариантов особых нет. Проигрывать данный раунд они отдают, ну, почти 14-й команде Гамбит. И только после этого рассчитывать на бай придется ребятам в атаке, иначе, ну, вообще все будет печально. Если будут форсить до окончания времени и пытаться взять с одним-двумя калашами какой-то раунд, то это будет провальное решение. Да, какой-то не может зайти, но гамбиты всегда будут на шаг впереди в таком случае. Энджин на подходе к мидлу. ЦЗ-шечка у него на руках. Ну, опять же таки, 3 плюс 2, дефолтная установка гамбитов, это все круто. Это все круто, но Space Soldiers очень необходимо брать именно этот раунд. В противном случае экономика пойдет вниз, и 14-5 вообще будет некомфортно. Они не чекают лево, в какой раз? Что ж такое-то? Как? Ну, благо сделали два размена. Что-то Доси не пошло по спрею, мог бы забрать еще одного оппонента. Мир находится на апартах. Два калаша и эмка, правда, на двух игроков на мейджоре Келликса 100 хп, даже поменьше. Сейчас имеется мир, выходит за апартов. Сейчас может потеряться в этих смоках. Мир начинает спрей, нужно ждать тиммейтов. Мир ни в коем случае нельзя подставляться, там фармганы. И только один калашников на руках команды Гамбит. И надо разыгрывать, есть смоки, еще продляется смог. Нет, не продляется. Хоббит увидел тиммейта. Нормальная ситуация. Главное, что не начал стрелять. Мейджор запалил свой спот стволом. Минус один. Далее на планете палится пас. Размен от мира. Падает Келликс. Папаза есть инфа. И пас остается один на один. Мир выигрывает этот раунд. Это 14 раундов для Гамбит. Вот прямо сейчас есть киты. А нет, пока, денег пока 13. Пока 13. Еще так не факт. Не будет денег. Что курица рип. Вот больше жалко курицу, конечно, ребятам из чата, потому что она ни в чем не виновата. Не виновата и я? Да. 3-400, 3-300. Действительно, нет, смотри, полетел Калашников. Бай-бай, еще Калаш. Спейсы не хотят отпускать. Ну, счет такой неприятный. То есть, либо здесь действительно 2-14 и делать бай в следующем на полную комбо еще 9 к ряду, либо же сейчас бороться, пытаться как-то удивлять. И у гамбитов, кстати говоря, денег тоже-то нет толком. Что, возможно, это и неплохое решение. Дося поджал мидл уже, прилетают хаешки, притом довольно-таки плотные. Сейчас могут лечь Моу в поджиме секонд мида. Гамбиты со старта решили, ну, так грозно. Там еще и на банане. Просто сейчас контроль карты над... точнее, у Гамбит. Видится, что вот секонд мид сейчас никем не контрится. Дося ждет Ксантареса. Ксанти с гранаточкой получает от Доси. И можно, минус, конечно, выжить. Да. А тут еще и хоббит идет. Какая просто досада. Ну, что делают Гамбит так, чтобы проиграть? У Space Soldiers получилось с наибольшей вероятностью. И будучи 3 в 3, пускай. Но девайс есть на руках Гамбит. У Space Soldiers 2 пистолета. Хотя найдут что-нибудь по-любому. Моу забирает пазы, смотрит дальше возможность еще одного выпада с апартаментов, но Энджин и Келликс, конечно, находятся возле апартов, но далеко не так, чтобы выйти под Моу. 45 секунд на таймере, и Space Soldiers думают, куда же пойти, опять же, проход через метрошку, вьетнамские ходы, как называет их Женя Слипсомвайл. Вроде пройдено, но как действовать дальше? Хоббит, конечно, с фармганом, но он может быть в такой позиции, где вот эти вот безарморные или с первым армором Келликс и Энджин будут очень сильно страдать. Пробрался, успел, кстати говоря, Келликс за молотов, не потеряв ни единицы хп, по-моему. Да, идет дальше против Адрена. Адрен проигрывает перестрелку, но Моу еще есть в пленте. И команда Space Soldiers начинает движение в направлении планета А.
Ох-ох-ох-ох-ох, му, на точке, и снайперская винтовка попадает по Келексу, очень хороший минус, и второго надо ловить в том числе, времени нет. Установку бомбы, есть контакт, есть пробитие, пачка будет установлена. Но у Хоббита есть информация, но Хоббит погибает, как же сейчас неуверенно сыграл игрок команды Гамбит. Была инфа, и почему так резво ворвался в бой, нужно было мантить и ждать, более хладнокровно сыграть в данном раунде, но... Зачем? А почему просто зачем? Он ну, типа, уверен? Ворвался на бокс, а бомба уже стоит, соответственно, игрок успел уже поднять девайс. У него просто не залетело с морковки, он когда там сидел на контроле на ящике. Ну, конечно, в прыжке это не всегда залетает. Ну, он не успел просто прицелиться, но можно было сыграть намного сейвовее. Была информация по оппоненту, можно было подергать, сыграть более хитрее, нежели вот так вот. А там просто сыграли. Еще не думал, что он успеет, типа, тайминг же был последний, там оставалась секунда просто в запасе. Сейчас мейджор на банане получает хаешки, флешки и, короче, ядром пошел в агрессию. Зря. Ну пробили неплохо инжина, правда больше ничего не получилось. Хоббит ловит еще хаешечку, на 10 хп просаживается прострелами. Хоббит сейчас может и отъехать, очень близкие пули к нему. И там, конечно, агрессия на банане сумасшедшая. Шатают банан Space Soldier, шатают. Тут мейджор пытается еще напрячь по-прежнему банан. Я просто не понимаю, что происходит. Space Soldiers, вы сделали минус и все, снова остановились, затихли перед... Буй, Адрена потеряли гамбиты. К мидлу будет сейчас, скорее всего, подход в ближайшем будущем под флэш. Келик запускается по вторую, и лево они не стали чекать изначально. Ну, двое игроков на лонге от гамбит. И будет ли это ошибочкой? Мир ждет Келикса, тут же Моу могут сработать в прикрытии, и парная работа, может быть, принесет им плоды. Но нет, пошел на Смир, подставляется под Инжина, Моу там тоже воюет, но правда в этот раз у него получается получше. И поднять бы калашников, поднять бы, но тут бы жизнь отсейвить, потому что не так много остается в наличии на хп, и нужно просто отойти. А переворот понемногу начинается, таким образом на 7 раундов выходишь на 8 раундов, а там и до девятки рукой подать, один бай, и считайте, все снова встанет на круги своя. Еще и кто знает, вдруг гамбиты покинут эту квалификацию. Ну, скажу тебе, что гамбиты уверенно провели и первую половину, и начало второй тоже было за ними, но в какой-то момент просто подставились. Энджин ждет Досю. Тут позицию я бы никогда в жизни не чекал. Тем более с Авиком, но вот Энджин дошел до такого, что смотрит апартаменты на миде. Да, боятся. Но и расстановка сил теперь... Несколько изменилось. Девайсов у гамбитов все еще не предвидится. Им придется сделать одно эко сверху. Ну а Space Soldiers, в свою очередь, будут чувствовать превосходство. У них есть деньги, у них есть девайс на руках, чего хотелось бы, наверное, и гамбитам, наверное. Да, но это экономически с одним диглом, первым армором от Хоббита, чешечка имеется, ну и даже смог Хае, может быть, даже попытается угадать вновь, как это было против, точнее, на форс-раунде от команды Гамбит. Но, как видим, нет, стандартная, дефолтная позиция 2 в 3, 2 на точке Б, трое на ботландом А, ну и более ничего не придумали Гамбит. Моу очень сильно жгут, Моу еле-еле выживает и просто скрывается в неизвестности. Нужно свапнуться, наверное, пистолетами, хотя... Второй армор там присутствует. Черт его знает. Эти пистолеты, это вообще умопомрачительные штуки иногда бывают. Но непонятно. Понятно, что Soldiers от этого раунда. Заметь, что они снова как-то под бананом пошумели, похолодили и отправляются в сторону Атланта, где большинство. И это, наверное, такая очевидная вещь, которую ну, не прочитать будет довольно-таки обидно. В любом случае, минута также присутствует на руках. Есть девайс, есть все для того, чтобы не проиграть этому экономическому раунду. И Space Soldiers должны с этим справляться. Да, более чем. Хотя, Дигл, где Хоббит находится? Хоббит на точке Б. А, это Д-печалька, конечно. Но можно попробовать. Д-печалька. Новая карта Д-печалька, когда не летит на Дасте. Для СНГ-региона. Да. Эксклюзивная. Неплохо. Неплохо. Там да. Заход, между прочим, через пятнашку проходит, минус по Адрону, и на планте имеется Мок, кто разбирает Келикса, но всего лишь один минус, и Аплант открыт. 13-8, ожидается счет, Хоббит с Доси, возможно, и пойдут, подставляться не хотят явно, и первый армор можно для Хоббита засейвить в пользу какой-либо раскидочки, наверное... Погибает тем временем еще и Дося. Хоббит последний с диглом, может быть, отожмет какой-то калашников и унесет его в освояси. Но, по всей видимости, будет просто на секонд-мине дежурить по выходящим, в надежде найти какой-то экзит-фраг. А команда Space Soldiers просто скрывается в апартаментах и будет там же и сейвить
свои девайсы, свою жизнь. Непонятно. Но Хоббит. Хоббит натыкается на Энджина, минус один, а вот второго он здесь может уже и не подловить. Зентара, сюда же Хоббит! Ну третьего вот ты точно не будешь здесь ждать сразу, и в итоге... Так, а, дверька не открывается. Ну, хорошо, плюс калашка. Откройте дверь, нам нужно войти. Дверь мне сделай. Дверь мне запили. Вот так. Так, Safe Esports, да. The Wallen, хорошая карта для бывших комментаторов. Да. Да и не только для бывших, и для нынешних комментаторов, да, действующих. Чтобы они не расслаблялись. Отправляешь просто на исправительную работу на карту, да и уволен. Неплохо. Это неплохо, действительно. Ну и 13-8. Девайсы на руках команды Gambit. Defense могут показать, а могут провели так же, как и Space Soldiers. Занимает севом чуть ли не каждый раунд. Потом находясь даже в более выгодной позиции. Например, те же самые 4 в 5. Флешка замечательная от Энджина, которого зовут, знаете как? Энджин. Вау! А вот тебе и флешка для Энджина на самом деле работает неплохо. И далее 4 в 5. Меньшинство для Gambit снова. Что же делать? Как-то нужно с этим справляться. Не так много раскида у команды Gambit. Флешки да пара смоков. Нет ни молотовых. Ну, хаешки бог с ними, в принципе. Декоев тоже не брали себе. Хотя гранта бывает полезная. Я даже видел раунды, где закидывают 4 декоя и вообще бегут игроки в другую точку. Абсолютно те ведутся и прибегают в капкан. Капканы. Боль. Расстройство. Ну, в любом случае, еще можно побороться. 2 в 2 разделились гамбиты. А плент, причем оба на больших. Один там около велика, второй под козырьком, тут под балкончиком. И смотри, как долго Space Soldiers стоят. Они хотят сплить на Б. И им никто не помешает. Текс. Ну и посмотрим. Энджин не пропускает, пропускает. Хоббит действует, забирает одного, второго. Нормально, 4 Ходит. В 3. Вот ты, слушай, на двоих напоролся, а в итоге двоих и убил. А тут еще и Хоббит ждет паза! Хоббит оформляет триплушечку к Эликсу. Мейджор, правда, бомбу потеряли. 10 секунд времени. Это раунд для команды Gambit. Изи, гамбилити. Поднимем щиты за ребят. Либо что-то можно за Space Soldiers. Ну, вряд ли кебабы есть, конечно. Ну, я же говорю, так какой-нибудь поднимите, тоже пойдет. Нет, так это не оттуда. Не, имеется в виду, что оно выглядит, как будто бы этот, шаришь. Ну, я забыл просто, как называется. Булка. Я понял про что-то, но я тоже не могу вспомнить. Сейчас у меня мозг немножечко... Дёнор? Нет, не то. Кебаб нет. Это не то, это... Или оно? По-моему, оно. Чёрт его знает. Разные разновидности, как бы, поэтому... Не серчайте. Да. Мы не профессионалы. А вот Гамбиты профессионалы, да. Гамбит умеет. 14-8. Моу! На позиции бойлера с ВП и... Чекает мидов, впоследствии отходит назад, и расстановка команды Gambit несколько претерпела изменения. По-прежнему два в яме, но вот Моу бегает туда-сюда. Но вот так, по-моему, не играли Space Soldiers. То есть были какие-то раунды, где занимались большие пески вдвоем, но как-то очень рано открывались, либо же сразу получали по щам, выходящим из ковров товарищам из команды Gambit. Сейчас, возможно, сами Space оформят что-то подобное для себя и смогут выйти на девяточку. Потому что давай 15-й. Команде Gambit спейсы рискуют остаться без денег, соответственно, отдав третью карту, Пита. Вылетят. Вот. Пита. Точно, да, Пита. Оно. Ну, сори, мы... Да. Такие вот люди. Мейджор, 12 хпм. Так вот, и ближе к раунду раскидка Асайда, видишь, да? Все-таки Space Soldiers затриггерились на плант выходить. Возможно, даже к месту. Maybe. Моу. На прощайке медла, молотов немного не туда и не выгоняет оппонента. Моу делает фраг по мейджору, выносит снайпера. Дальше можно попробовать еще в блайнде. Моу все-таки делает фраг по пазу, но NG вот в самом блайнде оформляет разменчик мир на песках. Оформляет, нет, попадает по голове, но дальше не получается. Дося выбивает из игры Ксантараса, и теперь уже 2 в 4. NG пошел давить пески, но пока не точно. Дося готов ли к этому к этой приемочке? Готов, но не совсем. И Адрен 2 в 2. Мемочка есть, Адрен может убить еще одного из оппонентов. Какая боль, если бы Адрен сейчас не промахнулся, они бы уже выходили 2 в 1, но очень много времени из-за этого потеряет. Смог на просвете, парапет жмется хоббитом. Ну если не хоббит, то кто? Адрен напрягает плент, но этого все еще мало. Ху-ху-ху-ху.
Выходит Энджин с больших песков против Адрена. Погибает у нас Энджин. Келикс в разме не играет. И бомба дефьюзится. Это раунд для команды Гамбит. 15-8. Счет на этой карте. И только один нужен Гамбитам для того, чтобы пробраться дальше и встретиться буквально через полчаса с командой Hellraiser за слот на ESL One Kill 2018 года, где уже, опять же напомню, команда Норс, которая выиграла в финале Виннеров. И... это будет хороший матч. Не так давно, опять же, играли у нас Гамбиты против Hellraisers. Я даже сейчас где это у нас было? Ну, 2-0 выиграли на Турсе, DreamHack Open Tours. Да-да-да, и при том там счета такие себе, 14-16 на Дасте Татаром, и на трейне, на своем пике Гамбиты отлетели 3-16. Увидеть Хэров и Гамбитов в финале со слотами. Увидеть их на основном ивенте, а в итоге будут сражаться за выживание. И Хэра, и Гамбиты. А видно. Но с другой... ух ты, Энджин, что ставит опять в смоки, находит голову Хоббита, 3 в 5. Неприятности для Гамбит Гейминг, но по-прежнему еще трое живых. Правда, один лишь только мир на планете Б, но он может заменить двоих. Как минимум, оформив 1-2 минуса, подождав тиммейтов. Хотя вряд ли успеют подойти тиммейты, тут только в одного действовать, выживать до последнего. И, кстати, на него идет выход от спейсов. Там один всего лишь мир, да, на велосипеде, получает флешку, делает по мейджору, далее вылетает уже Келикс и 2 в 4. Ну, ретейк маловероятно, чтобы это оформляться. Неудобно, неприятно. Да и денег нет особо. Да, по деньгам, конечно, боль, печаль, но Хоббит купит себе эмочку. Возможно, Адреналь Дольфер попадает девайс своим тиммейтом, но вполне себе бай может случиться. Ведь проект Announce сейчас 1400 накинет. Это немного. Но, как бы то ни было, посмотрим, что придумают Гамбит. Возможно, сейчас повивают кучу девайсов. Возможно, не засейвит. Дося подставляется под снайперскую винтовку Паза. Пошел слишком глубоко. Ну и Адрен последний с МК. Вот сейчас уже бай не совсем реален для Гамбит. Ну, возможно, это оно. А может быть, для Паза по Адрену. И что, Гамбиты? 15-15, допчики. А может быть, реально допы стоит посмотреть в таком-то противостоянии? По-моему, это будет кстати. Мне кажется, у половины чата тогда сердечко встанет, если это будет 15-15 и... Ну, сердечко — это хорошо. Молодые же все-таки. Но когда оно встает, это знаешь, там уже не важно, да. Молодые, не молодые. Там половина, судя по чату, половина уже седых детей сидит и... с этими ставками, либо болеет за любимую команду. Там, знаешь, не все так просто. Ну ладно, ну... эх, да, конечно, 5 чешек, смоук, хаешечка уже отправлена в направлении бананок, Сантара теряет почти половину хп, ну и теперь флешка, смоук, плюс чешка, возможно, опять сработают, укрепление аплента, двое лонг, двое пески, опа, допрыгался Дося, пришел пойти в тюрьму, но ушел под Дрэн землю. Ворвался, сделал минус по мейджеру, далее отходит назад, и минус еще и делает по Келиксу, вот это Адрен сейчас дает. А еще и влетает по пазу, и выход лишь на одного хоббита, который не успевает включиться в чешечку. Слишком далеко пошел, нужно было сначала откинуть смог и взять в руки чешку, ну а потом уже действовать. 3 в 2. Вполне возможно раунд для команды Гамбит, все-таки снайперская винтовка имеется. Мо оформляет голову Ксандарс, последний Энджин. И вот этот неожиданчик. Вот это поворот, ребята, сейчас... по сути, могут взять экономический раунд в такой важной ситуации. Энджин, последний, он садится за единицу между двойкой и первой линией. И ему нужно работать, но против троих. Его найдут, скорее всего, после минуса. И он врывается на троих, делает минус 3 под один спрей. Гамбиты решили сыграть с одной стороны, что и стало, наверное, главным провалом в этом раунде. Нужно было кому-то заходить через церковь 100%. Тогда бы он запалил этот спот. Сизи гоу... но не в этот раз, к сожалению. 15-10, по-прежнему у Гамбитов 5 мап и матчпоинтов, но спейсы имеют деньги на то, чтобы закупиться. Ну и Гамбит решаются снова не делать поспешных решений, просто закупить на чешки, 2 дигла, по 250, как мы видим, проблемы у команды Space Soldiers. Первый армор у двоих, Ксантарес и Энджин, а это, знаете ли, по чешке один хедшот, и ты уже на... ну вот непонятно, почему Энджин не закупил себе второй армор, потому что деньги были. На самом деле, тут вообще непонятно, почему кто ничего не закупает. Тут в предыдущем раунде я до сих пор сижу под шоком, как это сделал Энджин. Сейчас действительно этот армор может решить судьбу. И он же и в том раунде, по сути, тогда раз у него первая каска, он, похоже, реально до сих пор с первой каской гоняет. Он же выжил в предыдущем. Да.
Но это, конечно, супер суровые вещи. Опа, Моу подгорает, нужно бы выйти. Моу отпускают. Но и хаешечка догоняющая нет. Успел уже Моу убежать домой, не знаю, куда-то еще. Что хаешка вообще дэмэдж не внесла, и Моу отправляет на точку Б в одного. Ну и гамбиты снова решают сделать так. На точке А и попробовать выбить в этот раз команду Space Soldiers для того, чтобы просто взять и разбомбить всю турецкую атаку. Хотя, по-моему, турки как раз всегда использовали стратегию гамбит или нет? Я сейчас... Я помню фильм и не помню историю. А я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, тогда... А, ну был же фильм «Турецкий гамбит». Ну да, был, но это очень давно, типа, ох, вспомнил тоже. Ужас. Не палится Моу до последнего, стоит за двоечкой, прилетает с чешки, все-таки Ксантарас разворачивается из 6 хп, выживает каким-то чудом, мир бежит, привет, говорит ему менеджер и фотографирует на снайперскую винтовку. Калаш сейвить доси, наверное, нужно, по деньгам как раз будет, кстати, для Моу того же самого, который снайперскую винтовку бы хотел, и, возможно, же доси каким-то МВП сам будет с Калашом, как вариант. Ну, а Space Soldiers берут уже 11 раунд, они подбираются, или подожди, лоу? Дося, Адрен, ты, китов нету, и теперь задефать бомбу никто не даст, само собой, но Дося хотя бы на экономике поиграет и убьет всех. Вы заберете раунд, но я заберу ваши жизни. Это норма. 15-11, Space Soldiers, в принципе, сейчас... Рассчитывают на какой-то либо камбэк, хотя у Гамбит снова появляются деньги. Я понимаю, что у Гамбит примерно еще 3 девайсных будет, то есть этот, потом через раунд и потом на все деньги в окончании, если спейсы пройдутся сумасшедшим стриком по команде Гамбит. Соответственно, нужно спейсам нужно очень сильно здесь заболеть, чтобы выиграть данную карту. Окей, 4 раунда разницы. Вперед из песни, Гамбиты, давайте уже покажите, что вы можете в завершении этого матчапа. Иначе Space Soldiers действительно догонят вас, да еще и потом сверху накидают. Ну, тут что-то жаловаться про рекламу, но я не включал рекламу, вот честно. Это не я. Типа, я сижу и даже мышкой ничего не трогаю. И мы понимаем, что это ты. Да, мне от этого не легче, мне от этого ни горячо, ни холодно. От того, что я включу рекламу, а у меня от этого зарплата не станет побольше. К сожалению, конечно. Но это намек. Если нас смотрит студия Рухаб, как бы я могу прожимать рекламу даже во время матча по 6 минут, просматривая только рекламу, если добавите одну булочку. На лапу. Да, хотя на бы лапу. Да. Хотя бы вот так. Минута пошла. Защита оставляет там, по сути, два на бы, там за тройкой был буст. В итоге подсадили наверх Адрена, Моу перетянулся, а плен через яму. И вот это, наверное, ошибка команды Гамбит, если список уже прорвут аплен через лонг. Жестко. Но гамбиты, что придумают, точнее, Space Soldiers в данный момент, раскинули аплент, ну и фейк, выход на, вроде как, на точку А, но все-таки развернули, побежали на банан. Дальше полетел моментальный молотов от команды Гамбит, начинается притяжечка от Моу постепенно, Моу вроде собирается, потом такой, не, подождите, я что-то забыл там. Вам показать, Ксантарес получает молик, да и вся команда Space Soldiers получает молик, Андрей вырубает одного Моу, дает фраг по пазу, Мейджор находит мира, но это 4 в 3, меньшинство для команды Space Soldiers погибает. Хоббит отваливается, Мейджор остается последним в живых, Келикс, но это один, подождите, в два, можно еще попытаться. Там еще и Адрен есть, Адрен сейчас может разобраться с Келиксом, и Адрен ошибается в перестрелке, но времени было всего ничего, и Адрену нужно было просто мансить. Почему он решил с ним стреляться? А кто ж его знает? Ну и получает от Доси Келикс, 16 раунд для команды Гамбит, 2-1, Гамбиты забирают встречу у команды Space Soldiers и выходят в финал Championship Bracket, сражаясь с командой Hellraisers, попытается забрать себе слот и квоту на ESL One Kill. Доси зверя, Гамбиты спорт вперед к победе, как тебе? Нормально, я себе такое сделаю на кружке принт.